Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такой будет коротенький влог, пока у меня есть время перед занятиями. Ну, кто вчера видел мои фотки в Инстаграм, в общем, да, расскажу, что случилось. В общем, я вчера пошла гулять с собакой, собралась идти с ним в парк. Вышли, значит, сначала там мою собаку выбесили какие-то бомжи, ну да ладно. Поравнялись мы с магазином «Пятерочка», и, в общем, на меня вижу, ну, как, не то, что на меня, да, просто летит такси, где вообще люди ходят, водитель с бешеным просто взглядом, ну, и как-то притормаживает, меня, естественно, не задел, по счастью, то есть там, может быть, там метр-два, сколько было расстояния, но понятное дело, что я смотрела на него вообще в шоке и ужасе, я не помню, что это было, Uber или еще что-то, помню, что желтое такси было. Вот, и тут собака, значит, видит других собак, начинает выяснять отношения, меня дергает, я падаю, он меня проводит вот так вот. Вот это можно видеть рукой, это еще я не знаю, как будет на камере, но вообще жесть, как болит рука. Вот, он меня проводит, в этот момент вылетает еще и мотоцикл, в общем, прям вот совсем близко. Выруливает, вот я еще так поворачиваюсь, вижу, что у меня так кроссовок лежит вообще неподалеку, вот, ну, в общем, крайне неприятно, собака получила как следует, вообще, естественно, запомнить номер такси и прочее было не до того, вот, ну, потому что на самом деле там ходят люди, там ходят и в том числе и люди с детьми. Ну, то есть это не та зона, где свободно ездят машины и могут ездить на любой скорости, это как бы жилая зона. Вот, и в принципе вот эта вот езда, она до добра рано или поздно не доведет. И, вот, ну и мотоциклист тоже там. То есть я не знаю, я вчера словила в одном месте просто все, что могла словить. Ну, по счастью, обошлось только вот рукой. Ну, то есть это, конечно, неприятно, потому как... Особенно, когда там намочишь руку, это все болит. Вчера, конечно, у меня сорвались масса планов. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, ноги целые. И, в общем, все обошлось. Собаку, конечно, тоже наказала, потому что пес должен, в общем-то, идти нормально и слушаться. Ну, периодически вот у нас случаются такие события. Вот. Ну, да ладно, все, в общем, живы. Сегодня у нас такая хорошая солнечная погода. Вот. Давайте покажу вид из окна. Вот. Сегодня с такой рыжей сумкой. Сделала себе кофе, ароматизированное с миндалем. Ну, кофе у меня в зернах, я просто туда ароматизатор добавила. Влог об этих покупках вы, наверное, позже увидите. Ну, вот. Рассказываю пораньше. Ладно, влог буду такой коротенький завершать. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!